Современные сорта озимой пшеницы обладают высоким потенциалом урожайности. Но только чистые и свободные от сорной растительности посевы способны этот потенциал реализовать. Каким образом это сделать, помогут разобраться профессионалы. Уважаемые коллеги, идеально чистое поле, на котором мы находимся, стало результатом тщательного обследования на видовой состав сорняков и правильного выбора гербицида. Это поле было засорено марью белой, подмаренником цепкой, ромашкой, пикульником. Если бы не было бы подмаренника цепкого, причем переросшего, марь белой и василька, то тогда можно смело применять однокомпонентный препарат «Агростар». Но так как здесь присутствовали марь белая, подмаренник цепкий и василек, которые трибенурон-метил, действующее вещество «Агростар», не убивает, мы приняли решение применить двухкомпонентный гербицид «Агростар Грант» в дозировке 25 граммов на гектар в смеси с прилипателем «Силвея». И в выборе этого препарата мы не ошиблись. Результат, техническая эффективность на этом поле составила 100%.